Итак, всем привет. Да, с вами Максим, сижу в офисе в переговорке. Смотрите, завтра хотим сделать такую классную штуку. Я, Денис, Юля, Стас присоединится. Многие, кто будут, и мы сможем на канале сделать с вами такой вот стрим. Да? Вы сможете в онлайн-режиме задавать вопросы, и мы, конечно же, сразу будем оперативно вам отвечать. Если вам интересно, то завтра в 9:00 по Москве, в 9:00, на моем канале как раз состоится такой вот стрим, да, в Ютубе. В прямом режиме попробуем с вами, так скажем, именно провести такую вот онлайн, так скажем, трансляцию, чтобы вы могли именно брать и задавать вопросы, чтобы мы могли на вас отвечать. Там, не какие-то там в комментариях, там, или еще когда-то, или каждому отдельно снимать видео. Просто там какие вопросы по инвестициям, да, по объектам, по всевозможным, там, по ипотекам есть какие-то вопросы, по материнским капиталам, по участкам, по назначению земли, по, так скажем, по проблемным, непроблемным домам. В общем, все вопросы, которые у вас будут, мы сможем с вами в онлайн-режиме, сможем на вас, вам на это отвечать. Делали мы как-то так делали в Перископе, в принципе, всем понравилось. И давайте попробуем сейчас все-таки сделать на Ютубе. Сейчас можете написать в комментариях, кого бы еще хотели увидеть, чтобы в онлайн-режиме. Ну, Юля сказала, что будет присутствовать, Стас сказал, что будет присутствовать, Денис тоже сказал, что будет присутствовать. В общем, если кого-то еще нужно, да, то с большим удовольствием я тоже этого человека приглашу. Еще раз повторюсь, завтра в 9:00. Можно было, конечно, сделать любое другое время, но никогда в жизни не получится всем угодить, понимаете? И в итоге у нас смотрит не только же Москва, да, у нас смотрит Дальний Восток, у нас смотрит и там, не знаю, Новосибирск, Челябинск, Поволжье, все, да, Черноземье, и очень много разных федеральных округов. И поэтому решили в 9 утра. Хотя, конечно, не самый лучший вариант. Но охота все-таки с вами пообщаться в онлайне. Все-таки я, когда выхожу в Перископ, я вижу, что так гораздо интереснее получается, много чего продуктивных, так скажем, вопросов задают. И чтобы охватить больше круг, так скажем, круг телезрителей, да, клиентов потенциальных. Кстати, вы сможете даже задать в онлайн-режиме вопросы по работе, да, кто хочет устраиваться, еще что-нибудь. Как бы каждому из нас можете задать его вопрос. В общем, вот как-то будет так вот. Поэтому смотрите, завтра в 9:00 попробуем сделать. Пока.